хост номер один города Новосибирска, один из самых старых, самых продолжительных. Вот нам в этом году исполняется 45 лет. Родилась эта идея. Почему бы нам не восстановить и не посмотреть те факты, которые, может быть, мы утеряли, может быть, мы забыли, сделать такую летопись курсантов поста номер один. На сегодняшний день уже есть, может быть, не так много, как хотелось бы, хотя уже прилично народу, который откликнулся, который несет нам фотографии, присылает нам на почту. Есть свои истории, которые на сегодняшний день мы уже выкладываем. Их можно увидеть ВКонтакте, их можно увидеть на сайте, в страничке на сайте «Ты молод», поста номер один. Если на сегодняшний день посмотреть, сколько приблизительно человек прошло, посетила монумент славы, неся вахту памяти, это порядка 70 тысяч. Это большое количество народа, которое... Интересно, чем? Что для людей, чем интересен этот проект? И почему? И все практически, кто откликается, говорят спасибо. Это наша молодость. Почему говорю наша? Потому что я сам являюсь курсантом поста номер один. Два раза нес вахту памяти. Ну, в 73-м году, то есть тогда, не помню, ноября, наша школа заступила на этот пост номер один, причем это был первый день вообще, то есть я там, в общем-то, и не успел особо на этом посту постоять, буквально там, может быть, вторая или третья смена была, и вот случилось то, что случилось. Нас стояло четверо, как обычно, и открыли огонь, и стреляли из винтовки там с рядом стоящим домом. Такие же, собственно, сверстники, как мы там по 15-14 лет, пацаны. Один был, правда, постарше, который, в общем-то, и стрелял с условной судимостью перед, до этого, в общем, ну, такой социально дезадаптированный человек. Стояли, нас стреляли, мы стояли. Попали в меня, ранили меня, все остальные, там, слава богу, живы, здоровы остались. Там, ну, такое событие неординарное, конечно, было, и потом там было много публикаций в газетах, и в журналах, и на радиопередачи были. Вот, письма были со всего Советского Союза. По большому счету, вот то поколение, которое приходит, оно как-то, оно не хуже. Оно, наверное, такое же, как мы. Вот совершенно такое же, потому что мы делаем вот то ответственное дело вот на монументе. Вот мы дань памяти погибшим. Они здесь серьезные, настоящие, правильные. И они здесь... Я уже все время, я повторяюсь, наверное, но еще раз скажу. Они здесь, у нас один коллектив в одной форме. И здесь важно, что он представляет сам из себя. И когда нет вот этой мишуры различных атрибутов, то чаще всего в этом человеке он человек. Он нормальный, обычный человек. Он та молодежь, которую, вот, наверное, мы всегда хотели бы видеть. Ну, когда я пришла, мне было 13 лет, меня изначально интересовала тематика. То есть мне в детстве родители говорили, что это очень почетно стоять на посту номер один, что раньше брали только самых лучших. Ну, мне бы это было интересно. Но со временем это уже вошло в привычку. Я занимаюсь, помимо того, что стою на посту, занимаюсь поисковой деятельностью. Ну, я считаю, что это... способ проявления своего патриотизма, когда ты готовишься к будущему, потому что это очень хорошая школа на дальнейшее. Ну и действительно, это также способ выразить свою благодарность ветеранам, что мы не забыли, что мы все-таки помним, что была такая война. И мы не только вот в канун 70-летия Победы, мы несем вахту круглый год. То есть мы вспоминаем все дни воинской славы, чтобы не забывать. Потому что когда забываешь прошлое, оно может повториться. И мы не должны... такого допустить. На сегодняшний день курсанты поста номер один в составе ВПШ «Десант» выезжают на подъем перед захоронением воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. И если ты сам побывал на месте сражения, если ты сам руками достал гильзу, снаряд, кости, медальон, наверное, ты уже не забудешь о том, что происходило. Наверное, ты увидишь все, что происходило там. Это память. Чем мы больше будем об этом говорить, чем мы больше будем об этом думать, делать какие-то хорошие, правильные дела, правильные поступки, тем дольше мы будем отодвигать тот срок, когда вдруг почему-то кто-то захочет про войну забыть. Нам надо необходимо сделать все, чтобы мы об этом не забыли. Для этого и существует, в том числе, пост номер один города Новосибирска.